Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. И похоже, что это очень большие новости для Shiba Inu и ее держателей, но также и для держателей биткоина. Давай начнем с этой статьи, которую опубликовали сегодня несколько часов назад. Tesla может начать принимать Shiba Inu в качестве средства платежа. Кроме этого, вероятно, она вернет и биткоин в способы оплаты. Об этом говорят обновленные строчки в коде официального сайта Tesla в интернете. У себя в Твиттере WatcherGuru криптоинформационный ресурс опубликовал пост, где видно два наименования «Bitcoin» и «Shiba» в коде страницы Tesla. Они подписали это так. Мы можем подтвердить, что Tesla разместила биткоин и шибу в коде системы обработки платежей своего веб-сайта. В настоящее время он недоступен для общественности и может быть скрыт в любое время. В коде системы обработки платежей Tesla мы видим такие способы оплаты, как WeChat Pay, Alipay, Apple Pay, кредитная карта, e-check, China Post и другие. Это различные способы, как покупатель может оплатить автомобили Tesla сегодня. Среди них затесались и две криптовалюты – Bitcoin и Shiba. В коде страницы Tesla Shiba упоминается 18 раз. Однако самое важное упоминание – это, конечно же, вот это в списке способов оплаты на веб-сайте Tesla. Кстати, Dogecoin почему-то нет, что странно. Если мы зайдем на сайт Tesla и немного покопаемся в коде, то можем найти еще одну строчку, очень интересную, которая связана с Шибой. Set Payment Type Shiba. Выбрать тип платежа Shiba. На данный момент этот способ находится в режиме офлайн. Еще раз, это код страницы. Код, который находится за веб-сайтом Tesla. Те строчки, на которых этот веб-сайт работает. Это абсолютно потрясающие новости. Shiba и биткоин запрограммированы в веб-сайте Tesla. Я оставлю ссылку на этот твит в описании, чтобы ты сам все посмотрел. Но что это значит? Значит ли это то, что Tesla готовится принимать Shiba Inu как способ оплаты? Я бы не спешил с такими выводами. Разработчик Shiba Inu, в частности, тот человек, который занимается разработкой децентрализованной биржи ShibaSwap, в Твиттере подтвердил эту информацию. Он сказал, что Shiba действительно как минимум была в коде Tesla. Также он дал 4 варианта, почему она там оказалась. Я проверил на сайте Tesla и могу сказать, что есть 4 варианта, почему так происходит. Первый. Илон Маск троллит сообщество Shiba Inu. Второй. Кто-то в самой Tesla троллит Илона Маска в знак поддержки сообщества Shiba Inu. Третье. Shiba — это просто кодовое название для других собакокоинов. А ведь действительно, однажды Илон Маск говорил о возможности принятия Dogecoin в качестве оплаты. И, наконец, четвертый вариант. Tesla действительно готовится принять Shiba Inu. В любом случае, ребята, пожалуйста, делайте свое собственное расследование прежде, чем принимать финансовые решения. И что особенно важно, не вкладывайте столько, сколько не можете потерять. Это было быстрое включение с интересными событиями вокруг Теслы, Илона Маска и Shiba Inu. Увидимся вечером в большом выпуске. До скорого!